Приветствую всех на своем канале. Лето продолжается, а значит, пора вспомнить все рецепты холодных супов. Сегодня я предлагаю вам окрошку с запеченным бедром индейки и цукини на кефире. Если вы еще не подписаны на мой канал, не забывайте подписываться, ставьте лайки и пишите любые комментарии под видео. Для приготовления нам понадобится мякоть бедра индейки, цукини, свежие огурцы, укроп, кефир, соль и свежемолотый перец. Начнем готовить. Индейку выкладываем на лист фольги. Солим ее и перчим. Заворачиваем фольгу. Запекаем мясо в предварительно разогретой духовке до 200 градусов, около 20-25 минут до готовности. Цукини очищаем от кожуры и нарезаем на небольшие кубики. Огурцы также нарезаем небольшим кубиком. Измельчаем зелень укропа. Мясо достаем из духовки, охлаждаем и тоже нарезаем. Выкладываем в миску мясо, огурцы и цукини, укроп. Солим и все хорошо перемешиваем. Можно для вкуса добавить немного сушеного чеснока. Раскладываем подготовленную смесь по тарелкам. Заливаем кефиром. Украшаем веточками укропа. Наша окрошка готова, можно подавать ее к столу. Очень вкусно есть такую окрошку с чесночным багетом. Если вам понравилось это видео и рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте и высказывайте свое мнение. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Приятного вам аппетита!